Как говорят в Гавриловском районе Ивановской области, смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно. Обрати внимание, кажется. То есть одному кажется, а другому, ну, допустим, недостатки есть. Допустим, как говорят в Гавриловском районе Ивановской области, на каждую старуху бывает недостаток. Только один это дело замечает, другой не очень. Я так его вообще не вижу, что мне от этого плохо, не слышу. Вот к примеру взять вот. Вот, скажем, здесь присутствующих, скажем, вот, меня. Я человек добрый. Заметил во мне что-то отрицательное. Засеки, обработай и подай это ты мне все. С положительной стороны. Во! Вот это мне будет смешно. Это мне будет приятно. Это будет сатира, это будет юмор, это мне будет удовольствие. А ежели ты критику наводить, ежели ты в мой маленький недостаток своим большим пальцем тыкать будешь, так я ведь тоже так могу тыкнуть, что, как говорят в городе Лондоне, вспотеешь кувыркавшая. У каждого человека, даже самого паршивого, есть что-то приятное, что-то хорошее, что-то положительное. Только надо хотеть, надо любить это дело. Как говорят в деревне Коза Цесяевского района, любви все возраста покорны, ее порывы. Если ты с любовью к людям, то положительно будет сколько хошь. Навалом лопатой не разгребешь. Вон на нашем предприятии охранник есть. А? Замечательный боец. Человек хороший, если у него недостаток, не каждый сразу заметит, видит он, неважно, зато глухой совсем. Не, когда это, когда поддавший, а так видит, слышит прекрасно, он у нас в КВН, ну, в клубе веселых находчивых бывшем. Вот. Однажды во время дежурства, когда он спал, как всегда, в нетрезвом виде, на нем тулуп загорелся от никотину. Другой бы, конечно, в крик, в вопли, в панику. Наш замечательный боец, он же ничего не видит, ничего не слышит. Он горит себе спокойно. Потом, когда вспотел, он все понял, выбежал во двор и скинул свой тулуп. Куда? Он же в клубе находчивых веселых, прямо на горюче-смазочные материалы. Тут все загорелось, все заполыхало. И так подсчитали, что будто из-за него на 3 миллиона 867 тысяч убытку было. А сколько из-за него смеху было? Этого никто не считал через КВН. Или у нас на авторемонтном завскладом есть Осип Иванович, золотой человек, художественным свистом занимался. Ося. Ой, ой, да чего отзывчивый? Нужна какая-нибудь запчасть, только свистни. Ося, ты свистнешь. Он свистнет со складу. Ты ему полбанки, он тебе карбуратор. Или другой вариант, он тебе карбуратор, ты ему полбанки. А за 2 полбанки он тебе ползавода ее вынесет. Такой это был человек, его оберегать бы надо. Осипа Ивановича, Осю. Как говорят у нас на авторемонтном, Ося, Ося, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Его тронули, приехали на суд. Слышь, а где запчасти, где карбуратор? Он что, себе? Он же людям, то есть он людям добро, а они ему, как говорят на севере, фигу с вологодским маслом. Приехали и на суд. А на чем приехали? На его же запчастях. Ну, где ж тут юмор, где ж тут доброта? А у меня на лестнице сосед детей в консерваторию принимал, фортепианц. Не, не фамилия, прозвище у него такое. Он фортепианц. Родители тыкаются со своими полудурками. Со своими вундеркундерами. По музыкальным училищам никто не берет, а он брал. Предлагали, брал, не предлагали бы, не брал. В общем-то, мелочь, но попадались, конечно, и крупные. Теперь на него критику. Принимал детей у консерваторию без слуха. А что ребенку делать, если у него слуха нет, а деньги есть? Нет, брат, так дело не пойдет. Нет.
Нет, надо в человеке покопаться, поковыряться и что-нибудь положительное, да, тыщешь, какую-нибудь черточку, точечку, самую манюсенькую, а нам больше не надо. А ты ее раздуй, это положительное, чтобы его в телескоп, а отрицательное засеки и в микроскоп. Вот, вот это будет сатира, и это будет удовольствие. А если ты наоборот, то я так врезать могу, что, как говорят у нас на прииске Ахтырка Магаданской области, смех – дело серьезное.